Очередная горячая ночь для сотрудников МЧС и автолюбителей. В московском микрорайоне на парковке у жилого дома вспыхнули сразу две машины. Иномарки Mercedes-Benz и Renault Lumens. Пожарные работали оперативно и слаженно, но спасти автомобили не удалось. Предварительной причиной ЧП стал поджог. С начала года огнем уничтожено 29 автотранспортных средств. Причиной возгораний в 17 случаях стал умышленный поджог. На втором месте – неисправности узлов и механизмов. В 2016 году на транспорте произошло 146 пожаров. Главное управление МЧС по Ивановской области в целях профилактики пожаров по причине поджога рекомендует оставлять личный автотранспорт на платных автостоянках или в гаражах, а также оборудовать фасады жилых домов наружными камерами видеонаблюдения.